Не надо тут торопиться, даже специалисты нам говорят, помочь надо, разобрать там вот эти работы, но специалисты пусть определяются, обследуют, что надо сделать. Без государства они ни черта не сделают все равно. Но эти же невероятные опять говорят, что деньги соберем. Ветераны мы уже собрали, в кавычках, не знаю только где деньги. И здесь говорят, соберем. Ни черта они не соберут, они просто людям объявят, и у людей заберут деньги и поделят Польшу. Поэтому, если кто-то хочет помочь восстановить этот храм, надо открыть им там, пусть они откроют счет. Так и сделано. Да, и пусть люди туда им передают деньги, а не в Польшу. Мощенский 100 тысяч. Ну, молодец, молодец. Да. Каждый человек сколько сможет, если он захочет. Он туда передаст деньги. Я не думаю, что там бешеные объемы работ будут. Пройдут обследование, да, будет, да, понятно. Ну, крышу восстановим, внутри приведем порядок. Поэтому ты наблюдай, и когда специалисты сделают вывод, что и как, потом доложишь, да, и подумают, как сделать.